И еще кое-что о валюте. Как казахстанцы смогут пользоваться цифровыми тенге, рассказали на брифинге в Нацбанке. Операции будут доступны через мобильное приложение участников платежного рынка, банковские карты NFC, QR и так далее. А самое главное, расплачиваться такой формой национальной валюты можно будет даже при отсутствии интернета. Кроме того, казахстанцы получат новые сервисы, такие как родительский контроль и безопасные транзакции. Они помогут ограничивать траты детей на такие товары, как алкоголь и сигареты. Сегодня цифровой тенге внедрен в пилотном режиме, пока лишь в розничный оборот. Но уже в следующем году проект масштабируют вместе с банками-партнерами с фокусом на офлайн-платежи и инновационные сервисы.